о тех вооруженных формированиях армянских, которые остаются на Горном Карабахе. Все-таки я считаю неправильно называть их вооруженными силами Армении, как это очень часто бывает в Баку и вообще в Азербайджане, потому что это все-таки больше уже в последнее время, больше местные силы, которые несут миссию обеспечения безопасности местного населения. И если вдруг эти люди сядут на звездолет и улетят куда-нибудь на какую-то планету, от этого безопасности станет явно не больше, поскольку российские миротворцы по всему периметру гарантировать исключение разного рода конфликтных ситуаций и инцидентов не могут. А эти люди, которые выполняют функции обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, функционально достаточно полезны сегодня. Опять же, их статус, их методы действий можно обсуждать. Но это, опять же, тема, которая не вписывается пока что в тот контекст, который упоминался относительно решения вопроса Сарсанского водохранилища и других. Поэтому, мне кажется, расширение повестки, оно сегодня актуально. Без расширения повестки никакие проблемы и никакие ситуации, которые возникли в последние два дня, оперативно и эффективно решаться не будут. Я думаю, что договоренность об этом наверняка в ближайшее время будет достигнута. Ну, что касается того, что говорил Борис, и вашего вопроса, там очень много общего. Я выражу не только свое мнение, так думает абсолютно большинство в нашем обществе, самая лучшая гарантия безопасности – это взаимное признание наших территориальной целостности, уважение границ, уважение прав людей. Никакие миротворцы, никакие-то отряды, которые раньше были частями армянской армии, а сейчас, значит, по мановению палочки называют себя контрактниками или что-то, они не могут никак гарантировать никакой безопасности. Ну, война это же показала. Какую они могут гарантировать безопасность? Только если мы договоримся о мире, о сотрудничестве, о взаимном уважении друг друга, наших границ, нашей территориальной целостности. Лучше этого гарантии быть не может. Никакие там 2000 миротворцев, добавить туда еще пару тысяч контрактников, ну что это сила, которая может гарантировать безопасность? Мы видели войну, в которой со стороны Азербайджана участвовала 100-тысячная армия. И достаточно десятки тысяч армия была со стороны армии. Ну какая это гарантия безопасности? Поэтому мне кажется, что надо просто договариваться и на треке Азербайджан-Армения по мирному договору. И чем скорее, тем лучше. Это очень оздоровит общую ситуацию в переговорном процессе. Нужно продолжать работать так, как мы работали раньше в Карабахе, постепенно налаживая какое-то сотрудничество.